Всем привет. Всем привет, привет. Снова, 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 снова я, шатающая лампа. И, конечно же, когда я собирала тарелку на эфир, наложила кое-какие сорта, я погрызла по пути. Что за голубая глина? Давайте расскажу, что у меня здесь есть. Гульбато, кимбрийская, узбечка розовая, лазурит, дымок, горчичка, опал, красное сердце, туркестан белый, чуйская, адуляр, радуга, мангуб, туркестан плитки, туркестан классик. И с чего начну? А начну я с туркестана белого. Потому что на него больше всего слюни текут. Это двойка. Туркестан 2. Не понимаю, белый туркестан очень сливочный. Вообще кусок, как будто не белый туркестан. Очень вкусно. Белый туркестан меня порадовал. Очень интересно. И по структуре, по вкусу, и мангуб. Не знаю, вам видно будет, нет? Она такая прям слоистая. Мне кажется, она даже меловая. Это крымская глина. Я люблю голубую спичку, одна из моих любимых. Она прям меловая. Классик. Туркестан плитки. Расхватила белый туркестан.
Это адуляр. Классно так чистится. Я пока ее чистила, прям залипла. Меня давно помнит, помните, я ездила за глиной Атамань 2 года назад. Вот я бы еще бы съездила, мне кажется, я больше ее вкус пойму теперь. Столько глины перепробовала. А гуляш скрипит. Мелко скрипит прям. Я в эфир захожу, когда у меня есть желание поболтать, вот, со своими подписчиками, а когда у меня, как вы говорите, тяга, я могу просто дома только кусочек хрустеть и все успокоиться. Можете новичку посоветовать глину или мел без залипания? Я не советую вообще ничего. Не обижайтесь, я могу только рассказать свои ощущения, а тем более новичку. Я не раздаю советы. По поводу вакцинации я не разговариваю на эти темы в своих эфирах, чтобы никому ничего не переубеждать, не доказывать. А похудела я уже давно не худею, то есть вес стоит, но похудела я там на 5 килограммов, наверное, всего лишь. Ну, я не парюсь, похудею. Мокрый, да, хотите? У меня тут я взяла немножко узбечку. Водой окунула немножко, чтобы она помягче была. Голубая узбечка соленая. Она соленая, нежненькая, сливочная, класс. Напихала полный рот.
Так, что я тут еще взяла? Плитки, вот Пакистан, плитки. Туркестан. Так это не плитки, это... А нет, плитки, правильно. После мокрого. Вот когда забываешь какое-то название мела, и вот он лежит, и не знаю, что это за мел. Он всегда такой вкусный. Это говорил Юля мел, мой премиум. В мокром виде он такой прям вкус стен, такой вот стройки, цемента, не знаю чего. Да, это разные глины, гульбато и голубая узбечка, конечно же. Да? Самый первый раз я попробовала черкесская глина была, черкесская и кимбрийская. А из мела это был генерал Честер, генерал Ватутин. Белая гора. Как для хруста. Можно Юлин мел? Давайте, у меня есть кусочек, но я не знаю, кушаю я или нет, в мокром видео. Он еще не намок, потому что он очень плотный. Мне нравится Юлин мел, мой премиум. Он похож
на то подвеса, который я раньше пробовала, но не сильно похож. Но что-то в нем есть. Еще мне нравится, вот честно, лично мое, ни в коем случае там без каких-либо там этих. Когда я первый раз попробовала Юли Мел, я поняла, что его реально ни с чем не перепутаешь, именно премиум. У всех тоже остальных есть, но не так выражено. У него какой-то вкус травы, что ли. Может, потому что мел находится рядом, ну, все там цветет, не знаю, там растет трава и поле. У нее определенный такой привкус, не могу объяснить как, но его не отличишь. Но она твердая. Она еще так толстая, такой толстый кусок. Я не рискну, я боюсь поломать зуб. Она какая-то жирная и нежирная. Сначала кусаешь как глиномел, а потом просто превращается как будто в песочный. Но я не понимаю, что это. Как это объяснить? Не, я тоже подвисла, не грызла, да. На, а не буду рисковать. Я знаю, что подвисла это глиномел. Я его колола на маленькие чипсики, если хотела погрызть сухим. Вот он намок премиум. Вот так раскололся. Паста из мела, и здесь внутри уральская закопана в ней, надо дохрустить, потому что мне кажется, скоро это все дело испортится. Ну не испортится, но поэтому уральская меловой пасте, ой, лишь бы ваш любимый мел красный.
Как на вкус? Ну, рачку я не чувствую по вкусу, а мел тут ассорти в основном такой он пресновато побелочный вкус у него. Знаете, как мокрые бетонные стены. Такой вкус.
Жалость, она бесподобная. И даже вовремя. Спасибо всем вам и пока-пока.